19-го международного турнира, посвященного памяти мастера спорта СССР, кавалера ордена Леона Георгия Константиновича Блах. Наш турнир проходит в Абхазии в памяти Блаба. Я уже четвертый раз на этом турнире. С этого турнира попадают ребята и в сборную команду юношескую. Вот. И из этого турнира уже и во взрослую попадали, потом, проходя юношескую сборную молодежь, попадали во взрослую команду. Турнир хороший, вот. Правда, с погодой сейчас не повезло вот в этот раз, а так всегда солнце, вот, много народу приехало, много регионов представляют на этом турнире. Так что турнир хороший, вот, и я думаю, будет продолжение. Сейчас новая как бы Абхазия, Россия. Первый раз участвовать в этом турнире, вот, международном памяти Героя Абхазии. Постараемся, конечно, в этом турнире выступить достойно, при желании. Мы первый раз приехали на эти соревнования, международный турнир, который проходит в Абхазии. Очень приятно, гостеприимно, все хлебосольно. Очень хорошо встретили, достойные соревнования. Надо приветствовать, во-первых, за гостеприимство Абхазии, господа. Русские боксеры приехали побеждать. Первая победа уже одержана. Я думаю, что и дальше будет все неплохо. Ну что, все хорошо. Спасибо организаторам турнира, что нас пригласили. Мы часто теперь ездить. Турнир проходит на высшем уровне, много городов, достойные ребята, есть с кем поработать и на кого равняться. Мы неоднократно уже сюда приезжаем, турнир проводится на высшем уровне, встречают, провожают классно, судейство хорошее. Вот. Бои как бы проводятся квалифицированно, но есть, конечно, дети, которые привозят отбиться, ну, молодняк, но так оно должно быть. А в основном, конечно, развивается мастерство боксеров, крепнут дружеские связи, ну что, только вперед. Обязательно на этом турнире.